Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Сегодня мы на ПТРе, и сегодня мы поговорим о самом дорогом питомце, которого будет в обновлении 9.1 World of Warcraft Shadowlands. Собственно, питомцев в игре очень и очень много. Есть информация, по-моему, то, что даже в 9.1 убирают ограничения на питомцев. Это круто, это реально классно, потому что питомцев очень много в игре. И каждый питомец связан с каким-либо воспоминанием у кого-либо человека. Не будем это скрывать. Какой-то питомец был получен в результате какой-либо промо-акции, какой-то питомец уже недоступен, а какого-то питомца вам просто-напросто подарили. Однажды я уже говорил о дорогом питомце. Это, по-моему, была какая-то птичка, которую можно получить только имея лямгалды в сумке. То есть в тот момент, когда у вас лямгалды в сумке, вы подходите к мопцу, и вам дается эта птичка. Это круто. Но есть питомец намного дороже, намного интереснее, у него новая моделька. И есть у меня такое ощущение, то, что этот питомец просто-напросто введен с той целью, чтобы вывести у игроков накопившуюся валюту, а именно камни для питомцев. Давайте рассмотрим этого замечательного, интересного питомца. Безупречный аметистовый побрякуш. Продается у вендора в Арибасе за 10 тысяч отполированных камней для питомцев. Оберегов для питомца. Окей. Собственно, это в целом нормальная цена. Объясню почему. Потому что в тот момент, когда у вас уже много питомцев, они проапаны, они редкого качества, и куплены к тому же все другие питомцы за эти отполированные обереги, то вам девать их некуда. А так имеется цель. Накопить 10 тысяч отполированных этих оберегов и потратить их на покупку питомца. Безупречного аметистового побрякуша. К тому же, есть его варианты в плане раскраски. Они тут не указаны, да? А если ввести вот так как-нибудь? О, имеется. Вот есть рубиновый. Он собирается из чего-то. Ну, как на Джатаре, помните, собирали морского конька. Ну, тут похоже, что-то такое же будет. Вот топазовый есть. И вот есть. Еще какой-то. Окей. Это все интересно, это все классно. Посмотрим, какова его цена будет на аукционе. Потому что есть у меня подозрение, что он не персональный. То есть его можно передавать. И я думаю, цена по старту будет реально огромнейшая. 1, 2, 3. Посмотрим. Возможно, этот питомец, этот побрякуш переплюнет в цене даже тех питомцев, которые являются ТСГшными, по типу маленький спектральный тигренок. Посмотрим, посмотрим. Время покажет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.